Предложения по корректировке бюджета России на ближайшие 3 года сегодня обсуждались в правительстве. В связи с изменившимися внешними условиями, его доходы в этом году окажутся ниже, чем планировали. По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то, что изменения затронут большинство статей бюджета, социальных обязательств это не коснется. Все соответствующие программы будут профинансированы в полном объеме. Социальные обязательства, а это выплата пенсий, это пособия, субсидии, компенсации, все эти выплаты пойдут в полном объеме. Это первоочередная задача правительства, и она должна быть обеспечена. В этой непростой ситуации крайне важно поддержать наших людей, прежде всего тех, кто нуждается в особом внимании со стороны государства. Это многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды. Поэтому мы не сокращаем финансирование раздела «Социальная политика», а даже некоторым образом его увеличиваем почти на 6%.